эфире служба новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые дороги, благоустройство городов и воссоздание памятников архитектуры. Чем обернется соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Мордовией? Перчаточно-масочный режим и коронабесие. Какие новые слова во времена пандемии вошли в обиход? Морозы не помеха. В Сарове прошел очередной этап Кубка города по лыжным гонкам. Далее расскажем обо всем подробно. Монастыри в Дивееве и Санаксаре свяжет прямая дорога. Время в пути при этом сократится до получаса. А старинные храмы Мордовии объединит единый маршрут по типу Золотого кольца. Все это станет возможным благодаря заключению соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Нижегородской областью и республикой. Подробности далее. Территории с общим историческим наследием будут развивать вместе. Туристический кластер Саранск-Темников-Санаксарь стал частью уже действующего проекта «Арзамас-Дивеево-Саров». Слияние состоялось в конце января после подписания соглашения между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Артемом Сдуновым. Наша задача – создать комфортные условия и увеличить туристический поток. Если сейчас там насчитывают где-то, может быть, 500 тысяч, 600 тысяч, он должен несколько миллионов быть. Мы должны над этим работать. Это большой труд. Поэтому, конечно же, надо уменьшить расстояние доставки туристов от Дивеева до Санаксарского монастыря. Это можно сделать. До 50 километров сделать дорогу – это понятная работа. В рамках проектов проложат новые дороги, улучшат коммунальную инфраструктуру, благоустроят и восстановят городские объекты. В том числе в Сарове в этом году запланировали расчистку реки Сатис и начало строительства Центра культурного развития. На проекты кластера планируют потратить около 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вопрос, который волнует наших жителей – ждать ли наплыва гостей из других городов. По словам главы Темниковского района, потоки туристов через Мордовский заповедник и Саров проходить не будут. Последний вариант дороги – это через старый город. Это в обход Сарова по левой стороне реки Мокши, то есть если смотреть по течению. Там нет заповедных земель, там нет болотистых земель. В общем-то, в принципе, там когда-то была дорога. Таким образом, у нас получается закольцовка вокруг еще Сарова. Таким образом. То есть, Саров можно будет по кольцу объехать. Значит, и для развития Сарова тоже хорошо. Сотрудничество Темникова и Сарова с годами становится еще теснее. Поездки на работу или на дачу для жителей туда и обратно стали привычным делом. Осталось укрепить туристические связи. Жителей Сарова я приглашаю приезжать почаще в Темников. Дороги мы сделали хорошие, европейского типа. Теперь дорога и в Темников хорошая, и в Темниковский заповедник хороший. Развитие кластеров будет полезным не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут расширить рабочие места, улучшить городские условия и получить поддержку своего бизнеса. До конца года в Мордовии должны будут подготовить проектно-сметную документацию по кластеру. Первые результаты, по словам Сергея Кизима, можно будет увидеть к 2022-2023 году. В Нижегородской области прошло большое родительское онлайн-собрание. На вопросы жителей ответили заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов и новый министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова. Об основных темах, которые подняли на собрании, расскажем в следующем репортаже. Возвращать школьников на дистанционное обучение в Нижегородской области не планируют. Об этом сообщил замгубернатор Давид Мелик-Гусейнов во время большого родительского собрания. В федеральной повестке этого вопроса тоже нет, заверил чиновник. Тем не менее, расслабляться нельзя. Риск третьей волны коронавируса в России есть, поэтому пока от мер профилактики в школах отказываться не будут. Кроме того, речь шла о реабилитации детей, которые подорвали здоровье во время дистанционного обучения. Мы усиливаем роль психолога. Мы выявляем вот те сложности, у кого вдруг возникли, и начинаем просто помогать, общаться с родителями, говорить, потому что, да, это было сложно, когда ребенок оказался один со своими проблемами и с невозможностью как бы даже какого-то такого общения, социализации. На собрании затронули вопросы цифровизации образовательной среды, сроки проведения ЕГЭ, возможность работы лагерей летом и приема в первые классы. Также речь шла о выпускных. Я думаю, что это вопрос, который к той ситуации, которую мы будем иметь в конце мая месяца по коронавирусной инфекции, по нормативам, которые, по разрешениям, которые мы получим Роспотребнадзора. Конечно, будем надеяться, что выпускные состоятся в каком-то формате, возможно, не потоковые, а классные, чтобы класс мог собирался, да. Это очень важный момент. Также, возможно, состоятся и выпускные в детских садах. Заместитель губернатора пообещал, что на все вопросы ответит на сайте Министерства образования региона. Полностью видеозапись собрания можно посмотреть в группе «Образование 52» ВКонтакте.
В Сарове продолжается строительство социального жилого дома на улице Зернова, 43. По условиям аукциона на право застройки 10 квартир из 30 бесплатно передадут очередникам. В помещениях выполнят чистовую отделку, установят пластиковые окна и сантехнику. Сдать объект должны до конца года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Водители и кондукторы больше не смогут высаживать безбилетных детей из автобусов. Законопроект уже прошел 2 чтения в Госдуме. В ближайшее время поправки внесут в устав автомобильного и городского наземного транспорта. В будущем инициатива может коснуться инвалидов, пенсионеров и беременных женщин. Накануне Дня всех влюбленных, 11 февраля, городская художественная галерея приглашает саровчан на вечерний кинопоказ. Зрителям представят российскую комедию «Марафон желаний». Все посетители на сеансе должны быть в защитных масках. Количество билетов ограничено. В зале могут находиться одновременно 58 человек. Контактный телефон для брони мест 702-87. Фильм рассчитан на зрителей старше 16 лет. Первый регион без масок. В Удмуртии отменили обязательный масочный режим и ряд других коронавирусных ограничений. Теперь защищать органы дыхания только рекомендуют, но не обязывают, сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов. Также в республике с 10 февраля сняли ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений. Между тем, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии. Надо раскачивать болото с затянувшимися мерами. Это может стимулировать вакцинацию. За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 494 случая заражения коронавирусом. Из них в Нижегородской области 456. В Сарове заболели еще 9 горожан. 42 выздоровели, один скончался. COVID – заболевание, вызванное коронавирусом. Это официальное название Всемирная организация по здравоохранению дала в феврале прошлого года. Потом случилась пандемия, самоизоляция, которые породили множество новых слов. Удаленка, дистанционка, карантикулы. Какие слова войдут в словаре, а какие останутся только в памяти свидетелей этих событий. Об этом наша съемочная группа поговорила с преподавателем-словесником политехнического техникума. Изменение – это один из признаков живого языка. Не только русский пополнился новыми словами за прошедшие год. Испанцы, шведы, финны тоже дали название событиям пандемии. Язык бурно реагирует на все происходящее в обществе. То есть это отражение тех процессов, которые происходят в сфере культуры, политики, медицины в том числе. Появляются новые понятия в связи с научно-техническим прогрессом, и эти понятия должны получить какое-то языковое оформление. Психологи утверждают, что языковой креатив снимает напряжение и помогает отнестись к сложным жизненным ситуациям спокойно и даже с юмором. Много слов с шутливым оттенком появилось во время всеобщей изоляции. Гречка «Хайп». Помните, как сметали с витрин гречку и туалетную бумагу? «Карантье» – владелец собаки, который сдавал в аренду своего питомца для прогулок. «Наружа» – появилась в мультфильме с Масяней. Главная героиня называет наружей весь внешний мир, который в условиях локдауна казался ей далеким и даже враждебным. Полный карантин. Больше наружу не выходим вообще больше никогда. Что, вообще совсем никогда? Ой, да ладно, ничего хорошего в этой наружи никогда и не было. По словам преподавателя политехникума Анастасии Егорышевой, лингвисты не спешат включать в словари новые слова. Оперативность в этом деле ни к чему. Слово должно сначала закрепиться в устной речи, обрести эмоциональную окраску, получить возможные формы употребления. Чтобы слово закрепилось в языке, оно должно получить своеобразную прописку. То есть обжиться, стать своим. И лишь потом какой-то приживется вариант произношения, употребления, и слову гарантировано место в словаре. Ну и это вполне закономерно. Ведь не совсем логично было бы включать в словарь сразу слова, которые сегодня мы используем, завтра могут выйти из жизни. Поэтому должно пройти какое-то определенное время. Исчезнут события, обогатившие наш лексикон. Уйдут из речи их названия. И такие слова, как макаронавирус, маскобесие и карантец, останутся только в качестве интересного языкового явления минувших дней. Очередной этап Кубка города по лыжным гонкам прошел в Сарове. На старт вышли несколько десятков лыжников. Мужчинам предстояло пробежать 30 километров, женщинам 15. Подробности далее. Воскресным утром на лыжной базе должны были пройти соревнования среди школьников под названием «Достойная смена». Но из-за сильного мороза даже днем столбики термометра показывали 17-18 градусов ниже нуля. Их решили перенести. Вместо ребят на старт вышли взрослые лыжники, сотрудники ВНЕФ и члены Федерации лыжных гонок. Первые бежали эстафету, а для вторых в этот день прошел очередной этап Кубка города. Сегодня мы проводим очередной этап Кубка города по лыжным гонкам. Дистанция 30 километров, масс-старт классическим стилем. В соревнованиях принимают участие
как воспитанники с Шуратом, так и в основном это члены Федерации лыжных гонок города Сарова. Побегут как спортивную пятерку, так и прогулочную трассу. Это до газовой станции. В принципе, это один круг 10 километров. Таких три круга. Девушки побегут 15 километров. Соревнования в рамках Кубка города проходят на лыжной базе практически еженедельно. Это своеобразный зачет. По итогам забега спортсмены набирают очки. В конце сезона их суммируют и определяют победителя. Как и в большом спорте, каждый этап отличается от предыдущего. Спринт чередуется с старскими дистанциями. Классический стиль сменяет коньковый ход, а иногда их комбинируют. Как, например, в дуатлоне, когда первую половину гонки надо преодолеть одним стилем, а закончить другим. В прошлом году победу на Кубке города одержал ветеран лыжного спорта Владимир Ермаков. Мы применяем соответствующие возрастные коэффициенты. Вот, они уже годами отработаны и достаточно оптимально учитывают возраст спортсмена. Но учитывая, что у нас Владимир Иванович отдается ежедневно, можно сказать, этому виду, и в очень хорошей спортивной форме, с ним и молодежи трудно соперничать. Если позволит погода, соревнования «Достойная смена» пройдут в воскресенье 14 февраля. А в субботу на лыжной базе состоится один из главных спортивных праздников зимы – мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. Новые методы лечения, современное оборудование и материалы – все это позволяет забыть о неприятных ощущениях при лечении зубов. А в клиниках создают все условия для комфорта пациентов. Стоматология «Люкс» – клиника, идущая в ногу со временем. Доктора постоянно повышают свою квалификацию, применяют свои знания на практике, чтобы улыбки саровчан были самыми красивыми. Чистить зубы утром и вечером и два раза в год приходить к стоматологу на профосмотр. Это те простые действия, которые нужно выполнять с детства каждому человеку, советуют доктора. Стоматология «Люкс». Пренебрежение одним из пунктов может привести к серьезным заболеваниям зубов. Выявить болезнь на ранней стадии и вовремя купировать можно только во время профосмотра у стоматолога. Для белоснежной улыбки доктора рекомендуют дважды в год делать профессиональную чистку зубов. Комплекс профессиональной гигиены полости рта включает в себя несколько этапов. Сначала убирается мягкий зубной налет щеткой с пастой, затем снимаются зубные отложения ультразвуковым аппаратом, кюретами специальными. Затем убирается пигментированный налет, кофе, чай, табак. Специальным аппаратом Airflow. Пескоструйная методика. Все процедуры от простых до самых сложных по возвращению горожанам красивой улыбки проводят в стоматологии «Люкс». Клиника работает в Сарове более 20 лет. В нашей клинике применяются самые современные реставрационные материалы, а также наиболее современные методы и материалы для обтурации корневых каналов эндодонтического лечения. Каждому пациенту составляют комплексный план лечения, начиная от профгигиенических процедур, санации полости рта до протезирования и имплантации. В стоматологии «Люкс» действует беспроцентная рассрочка платежа и гибкая система скидок. Также предоставляют скидки на лечение по дисконтной программе профсоюза ВНЕФ и по программе ДМС. Врачи работают на новейшем оборудовании. Это позволяет быстро поставить диагноз пациенту и оперативно начать лечение. У нас сейчас появился 3D-сканер в полости рта, когда мы можем отсканировать верхнюю и нижнюю челюсть, показать, где может быть кариес на моделях, в окклюзии, и даже представить какой-то мультимедийный проект, показать, что нужно человеку сделать и что изменить в его улыбке, допустим, сделать красивый, поставить ему виниры, либо нужно ортодонтическое. И все наглядно можем ему показать на экране. Профессионализм докторов клиники «Люкс» измеряется их опытом работы и регулярным повышением квалификации. Они следят за современными разработками в области стоматологии и успешно внедряют знания на практике. В конце февраля саровские врачи будут участвовать в Крымском конгрессе стоматологов-ортодонтов, на котором выступят ведущие российские специалисты. Чем уникальна наша специальность, что, в общем-то, докторам мы не можем сидеть на месте, потому что наука и медицина, она постоянно, стоматология развивается. И если будем мы сидеть, мы, в общем-то, в своих знаниях отстанем. И как таковое для собственного я, даже для единицы, для человека, для доктора, постоянно надо развиваться. Стоматология «Люкс» находится по адресу улица Московская, 21 и на проспекте Ленина, 31. Записаться на прием можно по телефонам 915-92, 946-93 и 633-63. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.